Окей, Дуэйн, приветствую твои фанаты в Сибири и на Дальнем Востоке, на Дальнем Диком Востоке. Я бы хотел тебя спросить, каким образом продюсерам картины удалось заполучить тебя, такую как бы мощную звезду, в эту франшизу Fast Five, да? Во-первых, огромное спасибо за поддержку и любовь из Сибири. Я правильно говорю? Да? Спасибо. Да? Спасибо. Спасибо. Я почти смог. Спасибо большое. И как продюсеры меня пригласили в фильм? Ну, они дали мне сценарий. Во-первых, пришла идея создать персонаж, который мог бы поймать этих персонажей. Все-таки это уже пятый фильм, и это большой вызов, как сохранить интерес к этому фильму и заставить людей потратить деньги, прийти в кинотеатр, посмотреть все это. И так появилась идея создать крутой персонаж. И меня очень прельщала идея сняться в фильме вместе с Дизелем. Но не в качестве друга. Я не хочу быть его приятелем. Я хочу охотиться за ним и надрать ему задницу. А вот в фильме есть отличная сцена, да, которая выглядит, сцена поединка с Вином, которая выглядит лучше, чем Incredible Hulk, чем все сцены экшена в Incredible Hulk. Тяжело было сниматься в драке с Вином Дизелем? И кто все-таки победил бы в поединке? Вызов был в том, чтобы сделать что-то особенное для фанатов, потому что это отличное столкновение с Скалой и Вин Дизелем, и никогда такого вы не увидите в кино. А теперь у нас есть возможность это увидеть. В детстве я мечтал увидеть, как будут биться Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, но этого никогда не было. Поэтому это для нас возможность сделать что-то особенное для фанатов. И теперь отвечу на твой второй вопрос, потому что все в Сибири хотят знать, кто победит в твоей битве между мной и Вин Дизелем. Смотри. Это Вин Дизель. Это я. Почему ты теперь не Скала? Почему ты Дуэйн Джонсон? То есть как-то что-то изменилось? Ничего на самом деле не изменилось. Просто вещь, которую я хотел сделать, это когда я уходил из рестлинга в кино, я хотел, чтобы все строилось на имени Дуэйн Джонсон. Потому что в рестлинге я был таким замечательным смешным персонажем. Скала! Такой был смешной персонаж. Но просто когда я актер, хотелось, чтобы это все строилось на имени Дуэйн Джонсон. Но я всегда буду Скалой. Скала мой никнейм. Все называют меня Скалой. Так что я всегда буду Скалой. Так что все просто. Окей, твои фанаты, да, они очень любят, сибирские фанаты, якутские фанаты, очень любят твои картины детские, да, комедии. Но все равно, как бы, нам хочется смотреть больше картин в таком русском брутальном стиле, боевики с тобой. Что в ближайшем будущем нас ждет? Да, конечно, у меня будут еще отличные экшн-фильмы с моим участием. Но как бы этот персонаж, вот «Форсажа 5», я думаю, если публика его отлично примет, то «Форсаж 5» будет только началом для крутого персонажа, которого мы создали. Еще у меня будет фильм, который называется «Снич». Это отличный боевик-триллер. И я рад, что мои фанаты, в частности в Сибири, очень ценят мое желание развлекать их во всех жанрах, в комедии, в семейных фильмах, в боевиках. Я люблю сниматься в фильмах, в которых показывается, что семья — это важно, потому что семья — это важно для меня. Но это не мешает мне сниматься в экшн-фильмах. Я обожаю боевики. Итак, у меня будет множество отличных экшн-лент. Я бы хотел, чтобы ты передал какие-то пожелания, да, своим зрителям в Якутии и в Сибири. Эй, приветствую всех своих фанатов в Якутии, в Сибири. Очень благодарен вам за любовь и поддержку. Это огромное удовольствие для меня находиться в этой части света сейчас. Я обещаю вам и дальше сниматься в крутых фильмах. Спасибо.